Здравствуйте, меня зовут Юля. Приглашаем вас посмотреть это видео. Я работаю в Ашанской аналоговой технологии, несу ответственность на российский рынок. Мы самостоятельно исследуем и производим TC-контроллеры, TC-охладители, отдельные драйверы, индукторные комплекты, светодиодные связанные продукты и так далее. Продукция в основе используется в отрасли водоэлектричества. Теперь я покажу вам продукцию. Смотрите, пожалуйста. Термоэлектронный контроллер номер TECA-1XV-XVD. Когда контролировать температуру предмета, он характеризуется высокой стабильностью, высокой эффективностью, защитой от электромагнитных помех. Этот TEC-модуль представит несколько интерфейсов, чтобы выставить нужную температуру, максимальное напряжение и компенсационный сайт. Наиболее важным применением этого модуля является нарисовать график для термисторов, измерить и контролировать температуру и наблюдать за напряжением. Продукция, перейдите к нашему сайту, пожалуйста. У нас есть два сайта. Первый www.analogtechnologies.com.au. Второй www.analogti.com. Вам тоже позвонить мне в любое время. 86-180-4533-7355. До свидания!